Всем привет! С вами Информ ТВ. На сцене театра и кино имеется множество актрис, которые носят фамилию Яковлева. В нашем видео мы расскажем про пятерых самых известных из них. Они добились огромного успеха и на съемочной площадке, и на театральных подмостках. Пишите в комментариях, кто из них вам больше нравится, и не забывайте подписываться на канал. Елена Алексеевна Яковлева. Конечно же, она первая в нашем списке. Ее фильмография насчитывает более 100 фильмов и сериалов. Также Елена играла в спектаклях. За плечами актрисы несколько десятков образов. Известность ей принесли роли, сыгранные в фильмах «Интердевочка», «Анкор и еще Анкор». И, конечно же, вы любите Елену за роль в телесериале «Каменская». Параллельно с гастролями актриса снимается в фильмах и сериалах. С 2018 года звезда экрана трудится в театре «Современник». Марина Александровна Яковлева – заслуженная артистка России, играла в киностудии имени Горького. Актриса родом из Сибири, также известна как Марина Ростоцкая по фамилии бывшего мужа. Она с детства грезила о сцене. Сниматься в фильмах начала еще в институте и ни в чем не уступала многим знаменитым в то время актрисам. Но славу ей принесла роль в фильме «После дождичка в четверг». Также вы можете ее знать по картине «Сцены из семейной жизни» и роли в телесериале «Клубничка». Александра Евгеньевна Яковлева – актриса театра и кино, общественно-политический деятель родом из Калининграда. При рождении Александре была дана фамилия Иванес. Известность к ней пришла после выхода фильмов «Экипаж», «Человек с бульвара капуцинов» и «Чародеи». Карьеру актрисы она закончила в 1993 году. Вернулась в свой родной город, где трудоустроилась на должность председателя комитета по культуре и туризму при мэрии. Недавно она вернулась в своеобразном ремейке первой картины «Экипаж», причем сыграла там ту же самую женщину, бывшую стюардессу. Но теперь ее в кино снова не зовут. Ольга Михайловна Яковлева – народная артистка СССР. Коллеги по театру называли ее легендарной. Яковлева была любимицей режиссера Анатолия Эфроса, с которым они вместе трудились в театре на Малой Бронной. Но вы могли ее запомнить по ролям в фильмах «За все в ответе» и «Бешеное золото». А если вы ценитель театрального искусства, то когда-то давно могли видеть ее в роли Жозефины в спектакле «Наполеон I» или в роли Нины Заречной в спектакле «Чайка». Ольга Михайловна несколько лет провела за рубежом, а после возвращения из-за границы ее пригласили играть в театр имени Владимира Маяковского. Именно там вы ее можете увидеть и сейчас. Алена Юрьевна Яковлева – народная артистка России. Ее отцом был известный актер Юрий Яковлев. Сейчас она работает в Московском академическом театре «Сатиры». Талантливую и красивую звезду экрана и театральной сцены можно увидеть в мелодрамах «Склифосовский», «Верни мою любовь» и «Женский доктор». За плечами трудолюбивой артистки насчитывается более 100 ролей. А какая из этих актрис вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!